В рамках губернаторской программы в Центральном парке города Видное прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Как всегда, организаторы подготовили разнообразную программу. Каждым годом посетителей становится все больше, особенно в праздничные дни. Все приходят с семьями, поэтому да, мы надеемся, что будет еще больше в этом году. Самые маленькие участвовали в конкурсах и подвижных играх. Мальчики и девочки разбились на команды и проходили испытания. Посетители парка постарше могли выбрать в качестве подарка к празднику сувенир на ярмарке ручной работы, которую провело сообщество «Видные мастера». Сегодня у нас мыло и игрушки, а так в нашей группе девочки делают ростовые цветы, банты для деток, потом что еще, эпоксидной смолы очень много. Ну, не знаю, представлены, наверное, все виды творчества, какие только возможны. Рядом проходил мастер-класс по росписи пряников. Ребята с удовольствием выводили узоры из глазури. Детишки расписывают по одному пряничку, сами украшают, сами украсили, сами съели. Женщины пребывали в хорошем настроении, делали фотографии и играли со своими детьми. Рисовали пряники, ну, ребенку интересно и потом вкусно тоже. Мы живем рядом в зеленых аллеях, и нам нравятся мероприятия, которые здесь проходят. Сегодня здесь очень трогательно, приятно, нравится, что очень много мам гуляет с детками. И в целом такая душевная весенняя атмосфера. В свою очередь мужчины поздравляли женщин с 8 марта. Желаем радовать нас, мужчин, своим вниманием, заботой, любовью, оставаться такими же прекрасными и наполнять красотой и любовью. Моя жена, моя дочка. Ура! Завершением праздника стал концерт с участием творческих коллективов и исполнителей Дворца культуры «Видное». Даже прохладная погода не смогла повлиять на весеннее настроение собравшихся в этот день в Центральном парке. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».